гуляю по лесу иногда. Иногда гуляю по лесу в темноте, там днем можно увидеть привидение. Нет, на самом деле сыграл, но исчезнет. Но чуть-чуть попозже. Здравствуйте. Депресняковая просека осенняя. И впереди нас ведет Семен Шишков, между прочим. И за ним целое количество народа, которые любят отдыхать осенью на природе, дышать свежим воздухом, гулять по лесу, собирать грибы и вообще все прикольно. Единственное, что очень грязно. Потому что мы вышли из леса куда-то туда, куда не должны были выйти. Но проводник нас сейчас выведет туда, куда нужно. И попозже будет еще там типа информация про то, как мы жрём мясо. Все такое. Господа, то есть для шашлыка только красный лук используется. Да. Нож обязательно эксклюзивный должен быть. А с обычным ножом не режется лук. Сейчас поплакать. Плакать обычно, когда лук чистят женщины, они плачут, но мужики, они... Пальцы, осторожно. Потому что пальцы для женщин самое главное. Такой нож, знаешь, он со скосом. Неудобно резать.
Ваня, шашлыкмейстер.